Всем привет, с вами 5. Продолжаем играть Metal Gear Rising. В прошлой части мы победили Сэма. Остался, наверное, последний финальный босс. Я вот в паузе еще сижу. Уже пока видео загрузилось в Ютубе. Загрузилось. Погнали дальше смотреть касцену. Ага, понятно. О, аниме. Это не. You, Mr. Raiden, sir? Нет, это он собака. А вот у мистер Райден, сэр. Дайте пиццу поесть ему. Where is she? I'll tell her you've arrived. Кто? Это кто? Hi there, stranger. Hey, you're looking good. Aw, who's your little friend? It's a long story. Shake? О, как миленько. Это кто? Ну давай ему. I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. А кто это? So exactly what kind of... You'll see. You built that? Чё? Что? Ничего себе, девочка, кого мне уже мастерить. Тейлс, познакомься с ней. It uses a hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey, thanks, Sonny. Сани? Откуда узнал ты его на имя? Но почему она его не знает? Она сказала незнакомец. Roger. Ready for countdown. No time for that. Ignition! Да хоть это не мой нам показывает. Боже, что он там смотрит, я даже не хочу думать. Я знаю, там есть даже это же место, где там финальный босс будет. Похоже на то. Well, anything? Nothing. You sure we got the right place? Gotta be. It's the only base big enough with security contracted out to World Marshal. All right. I'm headed in. Я думал, сразу к боссу пойдем. В катсцене. А нет.
Надо к нему идти. Надо было касцену посмотреть в той серии. Да это пофиг. Уже. Да ладно, серьезно, уничтожить. Причем мы боитесь все. Серьезно, эту штуку не убрал. Подожди. Но что меня огорчило в этой игре, что эта собака, ну та собака, которую Райден завел, как она называется, прототип, да. Этот прототип не дал лапу Райдену. Это что такое? Это ж хозяин его, ный. А он, нет. Смотрите, ну какая-то штуковина. Я понял. Опа! Опять это... Нет, эту фотографию не буду подбирать. Ах ты, блин. Откройте. You see that? Their exit codes show up as unaffiliated. Wait, Marshall has the security contract for this base. Why would they have their cyborg set to the same illegal exit code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. But if we go public with the Desperado Marshall connection... Won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain-jacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into, not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. At least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the U.S. military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. Ну так откройте мне дверь, спасибо. Чего, где, куда? Я просто их прыгать не могу. И они меня не увидят. Же.
Где? Как они такие, как они так видят меня? Я их быстренько уничтожил. Все, всех уничтожил, даже камеры уничтожил, которые меня стреляли, блин. Их, оказывается, можно уничтожать. Туда им проход не дают, жалко. Да хватит пилить, все. А как я через охранников пройду? Теперь. А, через низ. Ну, насчет здесь я не знаю. Здесь будет трудновато. Быть незаметным. Ага. А, все, я спалился. Все. Всех вроде уничтожил. Ну, кроме камеры. Так, там, блин, еще одни враги, блин. Сколько их тут? Туда? Или нет? Ага, я понял. Ах, давай сюда. Сюда. Картина. Все, хорошо. Все, врагов нет, идите, давайте. Спасибо. Что с тобой? Кто тебя так? А, теперь он сам прыгает наконец-то. Что за робот? Это паук. Амстронг, вот он, мемный человечек.
Just a little too late, as usual. Armstrong, impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Raiden, Air Force One is coming back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just the spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value, the economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war, especially war. Bullshit. The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now. We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession has been stuck in since the fall of SOP. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? PMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. Я думал, что он сразу будет нападать. Он какой-то робот теперь шел. Амстер, кстати, нечестно. Ты займешь мне много времени, блин. Ну ладно. Я постараюсь быстро. Thank you.
Мы русские, значит, да? Ну ты, блин, что-то там... Ау! Попал в этот раз. Ах, точно, я могу жить еще так. Пока он не ушел. Вот же, блин. Ты будешь блокировать или нет? Я Райден говорил, если что. О! Ау! А ты не шкатись. Фиксика вспомнил. Аж же, блин. Ха, успел блокировать. Ха, успел. Thank you.
Ну, где-то кнопка. Вот. Все. На отличника. Минус одна лапа. Может, так и продолжим? О, хвост сохранила. Это радует. Что даришь? А, я понял. Серьезно, их. Ладно. Да нет. Ах ты, блин. Ауч. Что мне дальше делать? Выживать? Походу на то. Ай-яй-яй, как больно. Все, походу, понял. Надо просто уворачиваться от его ударов.
Хоча пень. Я понял. Почему я бью? Потому что он так блокирует. Спасибо. Ауч, я не заметил. Да блин, дай полечиться, блин. Я понял. Спасибо, наконец-то. О, нет. Ну тогда это. А, я понял, что такое. Сдаваться мне надо тогда. Или ждать, когда... Или подождать, пока меня сохранят. Райден живи, Райден живи. Разблокировал же. Наверное, Амстронг финальный босс будет в последней серии. Это, кажется, предфинальная серия у меня, типа. Вот. Thank you.
Я так и знал, что дальше вот это пойдет. Я просто побью чуть-чуть. Да, Да блин, почему так мало я ударил его? Хоть меня сохранило, слава богу. О! Понятно все. Отбиваем. Я думал, что быстренько, на самом деле не быстренько получилось. Что-то? А, ой! Да блин! Вот, пришло на это место. Сейчас нажимаю X. Опа! Нажал. Ого, у меня новый меч, вау.
Убежище уничтожено. Получат. Победил. Фух, наконец-то. Ранг Д, понятно. А вот здесь вот остановимся, потому что следующий босс, он самый странный, как он выйдет с Корвуса и Мем. Так что, если понравилась эта серия, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был Степ, всем пока.